Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди бонусная миссия «Пиньята». В данном уровне у нас будет несколько заданий, это «Зеленые побеги» и «Красная линия». Осложнять выполнение данных условий в миссии нам будут могилы, ну и также пираты, которые будут, я думаю, что активно появляться в этой миссии, особенно попугаи. Данные зомби появились с компании Parasys и в свое время поворовали у нас очень много растений и еще будут воровать, но уже, к счастью, преимущественно в бонусных миссиях. Однако у нас и оружие непростое, мы сейчас получаем кукурузу, а потом дракона, качаную капусту и вот недавно получили бомбу вишню. Вот это действительно такая вишенка в нашем таком составе, потому что то растение, которое мы сейчас получаем, можно сказать его очень таким назвать средним. И не знаю, или нам получится пройти, если мы будем получать только эти вооружения. Хотя сейчас получаем арбуз, это уже кое-что. И вновь бомбу вишни. Судя по всему, бомбу вишни мы будем получать не постоянно. Возможно, есть смысл, если мы ее получим вновь, как-то где-то сохранить. Если действительно ситуация будет идти не в нашу пользу, то бомба вишни будет таким джокером. Но ситуация уже усложняется, мы сейчас получаем плант и направляем его незамедлительно для арбуза, который окутывает все поле своими плодами. На поле пока есть два арбуза, но этого достаточно, если, конечно, будем получать планты и будем направлять для арбузов, либо же для кукурузы, тоже будет очень полезно, потому что будет останавливать противника. Арбуз может ликвидировать абсолютно не всех зомби с первого раза, если такой будет мощный салют, а может уцелеть зомби с ведром на голове запросто. Но опять же не факт, в зависимости как у него будет помято ведро. В любом случае ведро точно слетит, ну а если мы его помяли до того, то еще и ликвидировать попутно. Ну а тут ситуация выходит совсем из-под контроля, я решаю тут использовать наше тяжелое вооружение и сдув с поля. Сдув с поля у нас много, есть аж 47 штук, так что нам хватит. Ну, не знаю, ли буду постоянно использовать, но буду стараться этого не делать, потому что я понимаю, не у всех есть возможность использовать дуп оружие. Особенно, когда вы начинаете играть, дуп оружия очень немного. Ну, а это уже у нас финальная волна, и мы получаем несколько плантов. А тут зомби уже выкатывают несколько гаубиц. Ну и можно нам выкатывать гаубицы, а именно использовать план для арбуза. Тем более, что попугай начинает воровать арбуз, мы это не можем допустить. И арбуз начинает активно пускать свои плоды. Тут уже происходит просто такой винегрет. Очень много мы ликвидировали зомби, как я сказал, что в некоторых случаях, ну, ведро не слетело, больше его помяло. Но все равно не всегда бывает так, что арбуз ликвидирует такого зомби с первого раза. Хотя и этого нам достаточно, потому что арбуз нанес такой мощный урон. А тут уже за дело принимается наше вооружение. Дракон, потом кукуруза, качаная капуста. В общем, все понемногу приносят какие-то свои дивиденды. Мы сейчас убираем последнего противника и проходим данный уровень. После чего будем открывать призы. Итак, у нас в первом подарке попадаются деньги, во втором зимняя вьюга, и в третьем мы находим новый костюм для ледяного гороха. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!